Альхамдулиллах, тахутба башлаванча. Сзади люди стоят, давайте немножко вперед подвинемся все. На полшага вперед, очень свободно сидим, вот здесь места есть, там места есть. Кто сидит, пожалуйста, к стене, давайте к стенкам немножко отходите. Места не хватает, поэтому давайте использовать. Раз в неделю можно и как в трамвае посидеть. Альхамдулиллах, альхамдулиллах. Альхамдулиллах, иллази джаала салата аль-джумаати мин шаайри ислам. Ва фарадаха аля уммати Мухаммадин алейхи салату вассалам. Литакуна мукафиратан лиз-зунуби ва мутахиратан лил-асам. Нашхаду ан ла илаха илля Аллах, ва нашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулюх. المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده خصوصا منهم حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله عز وجل في محكم كتابه الكريم استعيذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء لا ولا إيمان لمن لا صلاة لا نطق حبيب الله وصدق رسول الله ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم قدر من مسلمان أبيلار أبالار شو يزجي ساعات لردا بيت الله بلغان مشيط لربزا كيلب الله رب بزغا كنول بزدا بلغان إيمان بزنا إثبات لاب عمل عبادت بلن الله رب بزنا رزالغنا إرشو نيات بلن شو شو جيلو لربزنا Аллах Раббыбыз мубарак кылсын, я Раббыр Алямин. Ишлаган изги амалларыбыздын, укыган жумааларыбыздын, укыган намазларыбыздын, берген хайыр садакаларыбыздын, ярдамларыбызны Аллах Таала кабыл этип, дүнья ахиретте ажыр саваптарын баршабызга көргөн насип этсин. Ахиретке көчкөн, вафат болгон мумин мусулман болгон кардаштарыбыздын, рухлары шат болуп, ауыр туфрактары жеңил болуп, караган кабырлары якты болсун, я Раббыр Алямин. Аллахумма я раббана такаббал минна иннака антас самиуль алим ва туб алейна я мавлана иннака антат таваббур рахим. Баршаңызга да. Хвала Аллаху милостивому и милосердному. Альхамдулиллахи раббил алямин. Хвала Аллаху создателю всего того, что кроме него. Ар-рахманир рахим, милостивому и милосердному. Малики йаумиддин, повелителю и царю в день суда, судный день, в последний день. Ияка на'буду ва ияка настаин. Поистине, тебе мы поклоняемся, и у тебя только просим помощи. Ихдина ас-сират аль-мустаким, и просим направить нас на путь истинный. Сират аль-надина ан'амта алейхим, на путь тех людей, которые шли по нему, и ты был, Аллах, ими доволен. Гайриль маадуби алейхим валяддалин. И просим оберечь нас от пути заблудших и от пути тех людей, которые шли по нему, пошли по нему и на себя взяли гнев Аллаха. Пайгамбарыбыз хадис шарифинде шулай деп айтты. Асхаби кан-нуджуми би айихи мухтадайтум ихтадайтум. Менин сахабаларым йылдызлар кебек. Кайсысына иерсеңиз, туура жолду булурсуз деп. Біз шуша сахабалардың тұрмышларынан, аларның сөздерінен, аларның ғамәлләрінен ұқиыбыз. Өзібізге де шуларға ұшар үшін. Өзібіз де шуларға ұшар үшін. Хәм бір вақытны сахабалар арасында бір сахаба бар. Пайғамбарымыз аны тұрында шулай деп айта. Тәмші вахидан, ва тамуту вахидан, ва тубуату вахидан. Син өзің ғана ерісің, өзің ғана өлірсің, һәм қиямет күні де
o'zing gina qubarilarsan. Ham seni bor etarlar, ay seni kumarlar ayrim gina. Ayrim bir joyda qumib qo'yarlar yo'q qarayinda mu'minlar jamoati deb. Bu Abu Zar ismini bir sahaba turunda bora. Abu Zar al-Ghifari. Biroq Muhammad sallallohu alayhi vasallam в одном из своих изречений сказал: «Поистине мои сподвижники, мои сахабы, те, которые видели меня, уверовали в меня, видели меня своим глазом и слышали мои проповеди, они на истинном пути. Кого бы вы себе не выбрали идеалом, кого бы из них вы бы не выбрали себе звездой путеводной, компасом, он вас обязательно в рай, его дорога обязательно ведет в рай. Любого из них. И среди них есть один сахаба, про которого пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Поистине ты ходишь один, ты умрешь один, и в судный день ты воскреснешь один, и будешь ты похоронен один обществом из мусульман, из верующих». Это про сахаба по имени Абу Зар. Абу Зар аль-Гифари. Бір уақытны Абу Зар есімді ұшушы сахаба пайғамбарымыздың мәшітіне кірі. Қан мәшітті пайғамбарымыздың өзіңіне отырғанын көрі. Өзі шулай деп айта оланы. Байнама дақалтул мәсжіде фаваджатту Расул Аллах. Қал, дақалтул мәсжід, айы мәшітке кірдім. Фаизан Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям джалисун вахда. Узигна утрадыры. Вастагнамту халвати мин Расулилла. Хамшуши пайгамбар билан булуны. Бутан бир кишида йок. Ул хам пайгамбарыбыз. Шушу вакытны ганимет билдим, байлык деп санадым. Факулту я Расулуллах, айттым ки я Расулуллах. Хамшуши вакыттан файдаланып пайгамбарыбыздан суроолар сурарга тиледим. Однажды этот сахаба по имени Абу Зар аль-Гифари зашел в мечеть и увидел там пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сидящего одного. И он говорит: я счел это богатством остаться наедине с пророком. И решил спросить у него о некоторых вещах. Факульту я Расул Аллах. Айттымди. Абу Зар узе аңната. Мин айттымди. Я Расул Аллах. Амартана бил вудуи. Фамал вудуу. Син бізге тахарат аларға деп әмір қылдың. Тахарат нәрсе ол? Деп сұрағаш. Қал, пайғамбары біз айта, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ла салата лиман ла вуду ала, ва ла имана лиман ла салата ла». Шынлықта тахаратсіз намаз болмаз. Тахараты болмаған кішінің намазы болмаз. Намазы болмаған кішінің иманы болмаз. Аллах Аллах. Абу Зар радиаллаху анху спросил у пророка: я Расул Аллах, нам приказано тахарат брать, вуду, омовение. Фамаль вуду? Ну что это такое? И пророк ответил: поистине нет намаза у того, у кого нету тахарата, и нету имана у того, у которого нет намаза. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном такими краткими своими словами нам объяснял. Связал тахарат с намазом, а намаз с верой. Факульту. Абу Зар дальше продолжает. Я Расул Аллах. Амартана бис салати, фамас салату. Я Расул Аллах. Намаз нерсе ол? Намаз укурга бизге куштан. Кал, пайгамбарыбыз айта: ас-салату хайру мавдуин. Ин шаа фал юкаллил, ва ин шаа фал юкассир. Намаз ең яхшы бір әйбір, ең езгі бір әйбір. Тіләсәгіз аны көп қылығыз, тіләсәгіз әз қылығыз. Продолжение. Абу Зар спрашивает: я Расул Аллах, нам приказано намаз. Нам приказан намаз. Чтение, выполнение, совершение намаза. Фана саля. Что такое намаз? Спрашивает. Пророк отвечает: намаз лучшее, что было создано Аллахом на земле. И поэтому
Тот, кто желает, пусть возьмет его больше. А кто ламанша и кто пожелает, пусть возьмет его меньше. Я говорю, вам так скажу. Факульту, Абу Зар давам ита, пайгамбар абзан сарауну давам ита. Я Расул Аллах амартана бис сауми. Фамас сау. Бізге ураза тұту фарыз қылынды, әмір қылынды. Ураза нәрсе ол деп сұрай. Хан пайғамбар біз айта. Ас-сауму джунна. Намаз, ураза бір қалқандыр. Шит, сақлаушыдыр. Фәжәзәуу инда Аллах. Аның әжірі Аллах қырайындадыр. وَيُوضَعُ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَائِدَةٌ Allah Allah. Kıyamet gününde kişilerge bir üstel hazırlanır diye. Kıyamet gününde kişiler aldığında bir üstel hazırlanır. Rizıklar, tağamlar. Şu kıyamet gününde. وَفَرَحَةٌ فَاَوَّلُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْهَا الصَّائِمُونَ Hem en birinci bulup şu üstelden, şu rizıktan dünyada oraza tutuşlar aşağılardı Peygamberimiz. Абу Зар спрашивает, я Расул Аллах, нам приказан ураза, нам пост, фамассаум. И что такое пост? Пророк отвечает, поистине пост это щит. И его награда у Аллаха. И поистине в судный день будет накрыт стол Маида. В судный день, когда все люди будут своих сожалеть о своих ошибках, каждый будет плакать. И в этот день Аллах накроет стол. И из этого стола будут кушать только те, которые в жизни, при жизни, ураза держали много. В день, когда все будут мучиться от жажды, будут мучиться от голода, в этот день, Аллах судный день, тем, которые в жизни держали ураза. Поэтому Аллах говорит, это щит. Он и в этом мире щит, он и в следующей жизни щит. Щит от огня в ахирате, щит от плохих деяний и поступков в этом мире. Я Расул Аллах. Абу Зар продолжает. Пайгамбар абзан сұрауын давам етеді. Я Расул Аллах. Амартана без закат и фамас закат. Бізге закат беру әмір қылынды. Закат нәрсе ол. Хам пайгамбар абзан айта. Алла Алла. Ла имана лиман ла амана тала. وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا زَكَاتَ لَا Шындықта әмин болмағанның кішінің. Яғни, ұшанышсыз кішінің намазы қабыл болмасын. Пайғамбар біз айтты. Хәм зәкәтсіз кішінің де намазы қабыл болмасын. Аллах Тәғала пайғамбар біз шуларын бірге ялғап қоя. Хәм давамы өйті бік Бек қызықлы нәсәбәдән деп пайғамбар «Ва инна Аллах афтарады алал ағния-и закат амуалихим бек қадрим ма юстағна фуқарауғым». Шынки Аллах Таала байларға фақирлерінің үлішін үліш етіп берген. Байларға Аллах Таала фақирлерінің үлішін берген. «Ва инна Аллах Таала саилул ағния ани закат». Шынки көрі Аллах Таала Байларына шушы байлықлары тұрында сұрайша. Ва муаззибухум алейха, я Абазар. Хамда айта, я Абазар, эй Абазар дей. Ман тақаса малун мин закатин. Закат беру білен. Мал әзеймес. Ва лан тақаса лмалу фи баррин вал бахри илла биман айз закат. Хам, жирде хам күкте. Жирде күкте. Қарада, яни, Туфрақта хам дингізді. Әгер бір мал юғалса, әлбәтті ки аның зәкәті берілмәгендер, деп пайғамбарымыз айтты, саллаллаһу алейһи ва саллям. Хадисе, Абу Зар продолжает, спрашивает пророка, говорит, «Я, Расул Аллах, нам был приказан закят, выдавать часть наших богатств». Фама закат. И что такое закат? Что такое выдавать? И пророк, алейхиссалату вассалям, отвечает поистине, Не будет принят намаз у человека, у которого нет доверия. Ла салята лиман ла
أمانة له أمانات أمين ему никто не доверяет. Вышел из доверия человек. Лицемер, другими словами. Тот человек, у него нет намаза, пророк говорит. Валя салята лиман ля закяталя. И нету намаза у того, у которого закята нету. Который садака не дает, который из своих богатств не выделяет, у него и намаз не принимается. Пророк, алейхиссалату вассалям, его слова для нас урок дает наш пророк. Я базар. И продолжает пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, мантакаса малу мин закятин. Никогда богатство не уменьшится тем, что из него будут выдавать закят. وَمَنْ تَقَسَ مَالٌ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ И никогда, если какое-то богатство, что-то на земле или на небе, на земле или в море потерялось, то только из-за того, что у него не был выделен закат из него. وَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فُقَرَاءُهُمْ говорит. То есть поесть, потому что Аллах Всевышний наделил богатых частью фукараи, то есть нищих. Дал богатым ихнюю часть и еще часть нищих. وَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُ الْأَغْنِيَاءِ И поэтому он будет их спрашивать о той части, которая не ихняя. Пайгамбарабыс Абузар продолжает, Я Расуль Аллах, Амартана бис сабри, фамас сабр. Бізге сабыр итерге амир кылдың. Сабыр нәрсе ол? Сабыр кылу. Пайгамбарабыз айта, инна масала сабри, кәмәтәлі раджулин, мағу сырратун мин мискин. وَهُوَ عُصْبَةٌ مِنَ النَّاسِ كُلُّهُمْ يُعْجِبُ Сабыр, ул тәмні іскебек. Кішілер арасында аны іздеп ерілер. Терпение, пророк говорит, это как приятный запах. Это человек с приятным запахом. И когда даже он находится в группе людей, его он будет заметен среди остальных. Этот сабр, это приятный запах, он будет, говорит, его выделять его. Хам, Аллах, еще много уроков Абузар у нашего пророка спрашивает. Иншаллах, немножко только продолжим, еще скажем один вопрос и один ответ. Абузар Давам ита пайгамбарыбыздан сұрауына. Айы пайгамбарыбыздан сұр. Я Расуль Аллах. Амартана біз садақаты, фамас садақа. Я Расуль Аллах. Садақа беруіні бізге де тавсия қыласын. Садақа нәрсе ол? Умирна. Это говорит, как бы умирна. Нам приказано. Или ты нас побуждаешь біз садақа, давать садақа. Фамас садака. А что такое садака? Когда спросили, пророк ответил, бах-бах, я Абазар. Ой-ой-ой, Абазар, как бы ты спросил о таких великих вещах? Амир кылынды, закат нәрсе ол? Хам пайгамбарыбыз айта, Аллах, ла имана лиман ла аманата ла, ва ла салата лиман ла заката ла. Аллах. Шындықта, Әмин болмағанның кішінің. Яғни, ұшанышсыз кішінің намазы қабыл болмасын. Пайғамбар біз айтады. Хәм, зәкәтсіз кішінің де намазы қабыл болмасын. Аллах Тәғала пайғамбар біз шуларды бірге ялғап қоя. Хәм, давам өйті, бек қызықлы нәсәбәлі айтып пайғамбар біз. Ва инна Аллах афтарада аләл ағния-и... Закат амуалихим би кадри ма юстагна фукараухум. Чөнки Аллах Таала байларга факирларның үлешін үлеш итеп берген.
Байларга Аллах Таала факирларнинг улушин берган. Ва инна Аллаха Таала саилул агния аниз зака. Шуңа күрә Аллах Таала байларны шушы байлыклары турында сорыяша. Ва муаззибухум алейха я абазар. Һәм дә әйтә я абазар, эй абазар ди. Ман такаса малун мин закатин. Закат биру белән мал әзәймәс. ولن تقص المال في بر والبحر إلا بمنع الزكاة. هم جيرده هم كوكته جيرده كوكته قردا يعني تفرقته هم دينجزده. اگر بر مال يغالسا البتة كي أنا زكاة بيرين ما عند ربي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. حديث أبو ذر продолжает спрашивать пророка говорит يا رسول الله нам был приказан زكاة выдавать часть наших богатств. Фама закат. И что такое закат? Что такое выдавать? И пророк, алейхиссалату вассалям, отвечает, поистине, не будет принят намаз у человека, у которого нет доверия. Ла салата лиман ла аманата ла. Аманат. Амин. Ни ему никто не доверяет. Вышел из доверия человек. Лицемер, другими словами. О. Тот человек, у него нет намаза, право говорит. Валя салята лиман ля заката ля. И нету намаза у того, у которого закята нету. Который садака не дает, который из своих богатств не выделяет, у него и намаз не принимается. Пророк, алейхиссалату вассалям, его слова для нас урок дает наш пророк. Я базар. И продолжает пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Ман такаса малун мин закятин». Никогда богатство не уменьшится тем, что из него будут выдавать закят. «Ва ман такаса малун фил барри валь бахри». И никогда, если какое-то богатство, что-то на земле или на небе, на земле или в море потерялось, то только из-за того, что у него не был выделен закат из него. وَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فُقَرَاءُهُمْ. То есть поесть, потому что Аллах Всевышний наделил богатых частью фукараи, то есть нищих. Дал богатым ихнюю часть и еще часть нищих. Воин Аллах саилуль агнияй. И поэтому он будет их спрашивать о той части, которая не ихняя. Пайгамбарабыс Абу Зар продолжает, я Расуль Аллах. Амартана бис сабри фамас сабр. Бізге сабыр итерге әмір қылдың. Сабыр нәрсе ол? Сабыр қылу. Пайғамбарымыз айта, «Инна мәсәлі сабри, кәмәсәлі раджулин, мағу сырратун мин мискин, вағу ұсбатун минан нәсі күллің юғджибу». Сабыр, ол тәмні іс кебіл. Кішілер арасында аны іздеп ерілер. Терпение, пророк говорит, это как приятный запах. Это человек с приятным запахом. И когда даже он находится в группе людей, он будет заметен среди остальных. Этот сабр, этот приятный запах, он будет, говорит, его выделять его. Аллах, еще много уроков, Абу Зар у нашего пророка спрашивает. Иншаллах, немножко только продолжим, еще скажем один вопрос и один ответ. Абу Зар, давам это пайгамбарыбыздан сұрауына, аги пайгамбарыбыздан сұр, я Расул Аллах, амартана бис садака, ты фамас садака. Я Расул Аллах, садака беруіні бізге де тавсия қыласын. Садака нәрсе ол? Умирна,
Это говорит как бы умеренно, нам приказано, или ты нас побуждаешь без садака, давать садака. Хамас садака. Что такое садака? Когда спросили, пророк ответил, бах-бах, я Абазар. Такой, ой-ой-ой, Абазар, как бы ты спросил о таких великих вещах,